родственники, близкие. Мне очень тяжело сказать сегодня «добрый вечер», потому что ушел не маленький человек, ушел из жизни человек большой души, человечный человек, человек большого доброты, человек, который, во-первых, создал красивую семью, человек, который всем-всем угождал и помогал. Гражданин Лябаев, я его знал с самого детства. Я как помню, где-то 60-е, начало 60-х годов, они приехали из Чалак района в Самарканд город после смерти отца. В 67-м году в Ашхабаде вдруг смотрю на мотоцикле. Военный человек приезжает в площадке училища, и все внимание, понимаете, все внимание, как вдруг приходит военный человек. А потом один парень побежал, пришел ко мне, говорит, что этот человек к вам, он вас спрашивает, Мисон Давыдов. Ближе подхожу, смотрю, Роше Лябаев. Ну, как, понимаете, как было приятно встретить земляка, близкого человека. У нас говорят так. Если мы оказались уже в чужой город, и на Усофирме, там Усофир, это значит, любой, кто ты, кого знаешь, знакомого, для тебя в этот момент кажется родным человеком. И вот с того дня я с Рошелем накрепко подружились, мы с семьей после этого. Вместе с Рошелем, с его помощью, мы очень многими ребятами познакомились в этом Ашхабаде. Первый, с кем, кого мы нашли, это Йосиф Калантаров. Многие знают его.